Мероприятия по благоустройству города продолжаются установкой малых архитектурных форм в общественных местах. Ослепительные скульптуры основаны на специальных темах. Четыре из них были установлены в обозначенном месте. В своем выступлении Багажан Баяхметов подчеркнул необходимость правильного размещения объектов общественного значения. Во-первых, не просто так была нарисована эта картинка, все было запланировано изначально, где что будет расположено. К примеру, место скульптуры будет здесь. Тогда мы будем олицезреть их не сзади, а сбоку. Оттуда смотрится намного лучше, а когда идешь отсюда, то все видно. Красота. Скульптуры весом 300-400 килограмм изготавливают из прочного металла в зависимости от погодных особенностей. Применен современный подход к составлению композиции кирюен, состоящий из четырех структур. Малые архитектурные формы раскрывают национальное значение города семей, расположенного вдоль шелкового пути. Изготовление скульптурной композиции. Материалы изготовления выполнены из стеклометаллического каркасного пластика по современной технологии. Очень устойчив к этой погоде. Зима, дождь, лето выдерживают всю погоду и говорят, что долговечные. Автором является известный скульптор, наш земляк Нурбул Калиев. По его словам, произведения не только подарят хорошее настроение жителям и гостям города, но и украсят наш город. Не надо ставить эти скульптуры на этот высокий постамент, а на Арбат, где гуляют горожане, чтобы было доступно горожанам в плане фотосессии и так далее. По той же причине мы, посоветовавшись с акиматом, изготовили из бронзы скульптуру верблюда. С одной стороны, все продумано, практично. Возможно, родители захотят сделать фотосессию со своим ребенком. Малые архитектурные формы будут установлены в местах массового скопления людей. Помимо композиции кирюен, вниманию жителей будут представлены такие художественные скульптуры, как Жастар, Кулун Минбала, Тарналар. Их планируется поставить на Арбате и кольцевой развязке по улице Шугаева. Талшын Шакыртхан, Шугла Султан Махмудова, Нурлан Оразалин, телеканал «Семей».